Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон iPhone XS, но не он сегодня главный герой нашего видео, а наушники AirPods Pro. И сейчас я покажу вам, как проверить серийный номер этих наушников. Как же это делается? Очень просто. Переходите в приложение «Настройки». Так, мы остались в этом меню до сих пор. Итак, переходим в «Настройки» этого устройства. Затем спускаемся немножечко ниже и выбираем пункт «Основные». После чего, ребята, после чего мы с вами выбираем пункт об этом устройстве, самый первый, если что, спускаетесь немножечко вниз и видите подключенные наушники к этому айфону, да, вот Hertz AirPods Pro. Если вы закроете наушники, вы увидите, что они, этот пункт пропадет, да, то есть вы, вот видите, он пропал. Если же подключаете наушники, тогда этот пункт сейчас появится, вот видите, он автоматически появляется. Вот, и эти наушники имеют вот такой вот серийный номер, такая вот у них версия прошивки, можете посмотреть, но мы обращаем внимание именно на серийный номер наушников. Спасибо большое за просмотр этого видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте, будем стараться отвечать. Пока!